Отдых этим летом барнаульцы бронировали еще в январе-феврале. Это отличительная особенность года. Туризм в 2024-м потребовал серьезного подхода. Ранее покупка путевки экономила до четверти средств. За год стоимость отдыха в Сочи выросла на 17%, в Санкт-Петербурге на 25%, в Казани на 15%. И все же эти направления пользовались наибольшим спросом. Фаворитом по спросу алтайских туристов являются Сочи и Абхазия, потому что прямой вылет из Барнаула, есть частота полетов, а также были выгодные туристические пакеты, семейные, в куда уже входило перелет, проживание, питание, трансфер, все это увеличивало спрос. На втором месте у алтайских туристов оказалась Турция. Все включено выгоднее даже с повышением цен. Также жители края летали в Индию, Китай, Египет, Таиланд, Индонезию, Сингапур. Но значительная доля сибиряков предпочитала отдыхать в своем регионе, на Алтае. В Алтайском крае спросом пользовались Белокуриха с ее курортами, соленые озера в Яровом и Завьялово. Но соленое Малиновое озеро уже который год в этот список не входит. Плохая транспортная доступность и нет досуга. По этой же причине, говорят специалисты, наши предгорные районы уступают Горному Алтаю. Все определяет и транспортная доступность, потому что качество дорог, оно очень важно, и инфраструктура. Люди, которые хотят уединения и отдохнуть на природе, они, конечно, выбирают эти локации. Но те точки, магниты, которые мы презентуем на выставках, которые знамениты не только среди жителей Алтайского края, но и среди жителей всего сибирского региона, к сожалению, они вот находятся вдоль Чуйского тракта. Еще одна особенность этого сезона – туристы уезжали в глубину Горного, Чулшманскую долину, Марсово поле, где дикая природа, но при этом комфортное проживание. В целом же, по оценке экспертов, в ближайшие годы внимание россиян будет направлено на внутренний туризм. Правда, сейчас спрос на отдых превышает реальные предложения, а требования к сервису сильно ограничивают выбор. Но уже через 5 лет ситуация должна измениться, уверены эксперты, в том числе в соседней республике Алтай. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин, «День с толком».